начинаем вторую часть конференции «Русская фантастика фантастическими глазами русских». Доклад Михаила Юрьевича Михеева «Фантазия» у Достоевского и Платонова. Интонирую не так, да? Спасибо, нет, все так. Я должен сделать два замечания предварительно. Первое состоит в том, что мой доклад совсем не так обширен, чтобы его можно было так и наименовать. Это скорее сообщение, к которому я и готовился сегодня. Вот. А второе – это то, что я буду говорить не, собственно, о фантастике, которой наша конференция посвящена, а о мире воображаемого. То есть некоторые более, с одной стороны, может быть, фундаментальной, а с другой стороны, отчасти уводящей в сторону темы. Причем только на материале двух текстов, на «Преступление и наказание» Достоевского с одной стороны и «Челенгури» Платонова с другой. Ясно, что сама тема фантазии и фантастического в произведениях этих двух авторов гораздо обширнее, но вот это некоторые, если угодно, предварительные заметки для чего-то более существенного некоторого изучения в дальнейшем. В «Преступлении и наказании», как все помнят, есть эпизод разговора Раскольникова с Свидригайловым, когда речь заходит о воплощении, о пресловутой деревенской баньке с пауками, когда у них, то есть вот некотором воплощении вечности и загробного существования, которое обсуждается как бы между делом, и от этой темы Раскольников всячески отталкивается, считая, что ему ее собеседник навязывает для чего-то постороннего, желая добиться от него совершенно каких-то для себя выгод. Мы помним, что значит, он скандальным образом противопоставлен семье Раскольникова, поскольку известен своими приставаниями к его жене, его сестре Дуне. И Свидригайлов упоминает о бане с пауками после категорического утверждения Раскольникова о том, что тот не верит в будущую жизнь. А до этого Свидригайлов рассказывает ему же, то есть Раскольникову, о привидениях, которые являются сначала в виде его умершей жены Марфы Петровны и также покойного дворового человека Фильки. Весь разговор, вроде бы шутливый и необязательный, идет вокруг обсуждения вопроса, существует ли вообще тот свет и есть ли воскресение мертвых. Раскольников утверждает отчасти, чтобы прервать этот докучный для него разговор, что не верит в будущую жизнь, а Свидригайлов на это приводит контрпримеры, причем, как оказывается, крайне убедительные. И то, что отрицает в беседе с ним Раскольников, что не верит в привидения и не верит в загробную жизнь, на самом деле представляет для него самого Раскольникова вопрос болезненный и однозначно совсем не решенный и открытый. Он и сам видит вещий сон о Миколке, который важное место занимает в романе, о Миколке и избиении кляча. И сама убитая им старуха-проценщица является ему вот в таких промежуточных состояниях между бредом, сном и явью. То есть обе альтернативы, во-первых,
что будущая жизнь есть та, в которой человек получает возможность общаться с душами умерших, по крайней мере, состояние сознания, не обязательно будущая жизнь, но некоторое отдельное от нынешнего, так сказать, сознательного состояния человека. И вторая альтернатива, что человек обречен на вечное одиночество в этой будущей жизни, даже если она и есть, оставаясь как бы запертым вот в той бане с пауками, откуда Свидригайлов, очевидно, выхода не предусматривает, с пауками по углам. Вот обе эти данные альтернативы остаются неопровергнутыми в его сознании, в сознании собеседника Свидригайлова, Раскольникова, и тем самым как бы подвешиваются до конца романа, выступая вот таким важным предметом его споров, монологов и диалогов с остальными персонажами романа. В конце, мне кажется, ясно, что, приводя к его покаянию и тому, что излагается в эпилоге. Кстати сказать, в записных книжках Платонова, в записи за 1935 год, есть некоторый отклик, так мне кажется, все-таки очевидной эта перекличка, отклик на одну из альтернатив, предлагаемых Свидригайловым в «Преступлении и наказании», написанное как бы от собственного лица, не от какого героя, как часто бывает в каких-то подготовительных материалах, но здесь это и без ссылки на Достоевского. Но мне кажется, что перекличка определенно есть. Это запись 1935 года, которая звучит так. «На том свете все должны быть незнакомыми. Вероятность встречи очень мала. Миллиарды миллиардов ведь уже скончались. Заблудишься, как в поезде дешевки». Конец платоновской записи. Достоевский, несмотря на то, что, как Вячеслав Всеволодович сегодня описал нам, является, по сути, основоположником этого течения в литературе, по крайней мере, в русской, то есть фантастического реализма. Но в «Преступлении и наказании», если мы вспомним, таких уж отступлений в фантастику мы не увидим. Вот, пожалуй, что только череда снов Раскольникова и таких промежуточных состояний между явью и бредом, вот и все. А в остальном он, автор, предельно реалистичен. Вначале практически это такой чистый детектив, который захватывает читателя и заставляет его переживать события, стоя на позициях человека, который оказывается убийцей. И вот, тем не менее, это реализм, который реализм особого рода, как мы помним, в письме к брату Достоевский это описан. С другой стороны, в Черенбуре у Платонова эти отступления от реальности гораздо больше. Если в начальной его прозе,
рассказах и повестях 20-х годов, как нам излагала Наталья Васильевна Корниенко, Платонов прямо занимается фантастикой, и тот жанр, который можно определить его рассказы этого времени, собственно, и укладывается в жанр фантастического. В его поздних произведениях, начиная с Чевенгура, где уже зрелый Платонов показывает себя, фантастики как таковой и как обращению к ней, как жанру, нету. Вот это гораздо более сложное переплетение, вернее, вплетение некоторых фантастических реалий в его платоновскую бытовую и реалистическую прозу. Причем, может быть, здесь следует наметить еще одну тему, о которой тоже говорил Вячеслав Селыч, тему абсурда, когда фантастическое, вот у Платонова особенно это в его больших произведениях, я имею в виду «Чевенгур», «Котлован» и «Счастливую Москву», в них фантастическое явлено, предстает перед нами, скорее всего, и чаще именно вот в такой форме абсурда, которую на русской почве, мне кажется, очень еще не изучена, и предстоит только ее более подробно изучить. Как можно заметить, уже при поверхностном чтении Чевенгура, в нем на равных правах существует, по крайней мере, два плана повествования. Один из них – это мир реальный, в котором по однозначным признакам угадывается Россия 1921 года с ее переходом к НЭПу, то есть от революции как всенародной задумчивости по определению одного из героев романа, к ее уже триумфальному шествию, как мы знаем, по отдельно взятой стране. Но герои только входят и выходят в этот реальный мир через внешнюю рамку повествования. К ней примыкает возникающая в середине романа еще и московский эпизод, то есть столичная иллюстрация реальности того времени, когда перед нами на несколько минут, то есть на 15 страниц романов, появляется фигура Симона Сербинова и его возлюбленной Софьи Александровны. Все остальное, и при этом основное в романе, происходит где-то лишь в сознании героев и самого автора. Во-первых, потому что реально на карте России Чевенгура и реки Чевенгурки не существует. Это некоторая утопия, специально сделанная романистом, тогда как остальные реалии все-таки есть, о чем говорила Наталья Васильевна. Уездного города и расстрелянных в нем буржуев, выгнанных из своих домов в степь полубуржуев, как бы не существует, тогда как мы знаем, что подобные описанным события осуществлялись во множестве мест в то время в нашей стране. Во-вторых, потому что при переходе от столичной действительности и даже от губернской к действительности уездной, то есть вот этой действительности Чевенгура, которая составляет основное
повествования, как бы меняется сам масштаб событий. И при этом не всегда ясно, чье же и кого именно, кого и именно из героев сознание это описывает, вот все происходящее. Кому приписать все видимое и описываемое? Главному ли герою, то есть Саше Дванову, автору-повествователю, который себя никак не называет, или кому-то еще? Основное повествование занимает описание мира кажущегося и воображаемого. В этот воображаемый мир входят, во-первых, физиологические состояния сна и описание самих сновидений, во-вторых, мечты и представления о будущем тех или иных героев романа, наконец, состояние бреда, болезненного помраченного сознания, наваждений и галлюцинаций того, как герои представляют в искаженном виде то, что было когда-то в прошлом, что только еще будет, и то, чего они опасаются, боятся в будущем. Все это можно называть вот такой в расширенном понимании ментальностью сна. Важно отметить, мне кажется, что четких границ между переходами от одного сна или сна одного героя или воображаемого неким повествователем событиями к описанию всего с точки зрения другого героя или уже другого сна, вот этих четких переходов автором не обозначено. У Платонова и в Чевендуре, и в Котловане, отчасти и в «Счастливой Москве» манера повествования – это некоторые фрагменты, которые наплывают друг на друга, часто без перехода и даже без временных указаний, что было раньше чего, что чему предшествовало и что является причиной такого события. Это остальное, вот саму композицию, читатель волен домысливать сам. Причем в тех измененных состояниях сознания, в которых часто пребывают платоновские герои, они приобретают некоторые сверхъестественные способности. Вспомним, как анархист Никиток стреляет в Сашу Дванова, вот когда он был ранен. И Дванов катится по склону во враг, прямо под ноги сидящих на конях анархистов. И во время своего падения начинает вдруг слышать и как бы понимать язык насекомых и даже то, что происходит внутри самого вещества Земли. Персонажи романа то и дело погружаются в сны, и они как бы путешествуют или странствуют по ним. Часто сны разных героев походят друг на друга, точно так же, как и герои, и сами ситуации, в которых они оказываются у Платонова. Сны словно перекликаются между собой, и один из них продолжает или вызывает и подхватывает другой сон, будто тянет его за собой, составляя некое единое, все усложняющееся пространство. Основной и наиболее глубокий, то есть наиболее удаленный от реальности план повествования в романе, можно считать его просто наиболее глубоким сном, представляет собой пребывание героев вот в таком затерянном среди российских пространств
уездном городе с названием Черенгур. Путешествие в него, в отличие от мира реального, то есть наиболее правдоподобного, через который герои входят, это своего рода план грезы или мечты, ну или, если угодно, печалование несбывшемся чуде о том мире, в котором только и могли осуществиться заветные мысли героев Платона. Вот этой реальности можно приписать модальность сна. Собственный же вот отчетливый авторский голос, такой как, например, в лирических отступлениях у Гоголя или в иронических замечаниях, то и дело обращенных к читателю с иронией у Пушкина, у Платонова мы совсем не видим, он как бы напрочь отсутствует в романе. Платонов не говорит с нами ни от себя лично, ни даже голосом кого-то из своих героев, например, каких-то подставных повествователей как, или хроникеров Достоевского. В платоновском авторском языке как бы нет никакой разницы при этом между «я» и «не я». Эта поэтика стирает дистанцию между сознанием героев, одного героя и другого героя, и между героем и читателем. В Черенгуре это либо язык кого-то из односельчан Захара Павловича, или деревенского страшного горбуна Кандаева, такого своеобразного чудовища деревенского, либо же кого-то, какого-то совершенно стороннего наблюдателя, сторожа ума, или того самого равнодушного маленького зрителя, надзирателя души, как определяет Платонов, которого автор выдумывает, вдохновляясь, но и одновременно противоречия Фрейду, которого он вводит в роман как самостоятельную инстанцию человеческой психики. Именно от лица этого стороннего, безучастного зрителя, как мне кажется, и ведется во многих местах вот это неперсональное, невочеловеченное, неперсонифицированное повествование Платона. Оно обращено к нам словно ниоткуда, из воздуха или из того безличного радиорупора, как в котловане, откуда доносятся призывы, например, мобилизовать крапиву на фронт социалистического строительства, ну и подобное. На мой взгляд, фигура евнуха души – наиболее разработанный вариант платоновской речи. Тут мы имеем голос субстанции, максимально лишенной всего человеческого, лишенной как бы собственно личной или заинтересованной и потому односторонней позиции. Голая, повествование голосом, лишенным собственных взглядов на происходящее. Иными словами, это взгляд инстанции, заведомо ничему не дающий никаких оценок, стремящийся лишь только фиксировать события и только, не умеющий как будто ни переживать, ни сопереживать кому бы то ни было. И эта точка зрения лишена и воли, и души, но при этом она очень трезво мыслит, мыслит как-то совершенно отстраненно, не заинтересованно и как бы ни в чью пользу. Воистину получается, что для нее покров земного чувства снят. И при этом, при этой как бы не заинтересованной точке зрения, читатель получает возможность видеть происходящее одновременно и с точки зрения жертвы, и с точки зрения палача. Ему предоставляется право по-своему избирать эту точку зрения, но фантастическое состоит в том, что
мы встаем на точку зрения жертв и в то же время видим это с точки зрения палача, потрясаясь тому, что происходит, как бы происходящему с тобой и одновременно совершаемому насильственным образом, и вовлекая тебя в виновность также и на точке зрения палача. Вот мои несколько сумбурные замечания по поводу фантазии и ее отлетов у перекличек того и другого, у Достоевского и Платонова. Спасибо. У нас несколько минут на вопросы и замечания. Пожалуйста. Вот, Михаил Юрьевич, у меня такое соображение, что ведь есть этот мир, тот мир и иной мир. Это все разное. Но и тот мир, он бывает, грубо говоря, рай, ад, ну, скажем, православное представление. И вот мне хотелось бы обратить ваше внимание, если вы не знакомы с ней, на пьесу Сартра «Уикло». Там это ад. И ад состоит в том, что люди, совершившие преступление, оказываются в чем-то вроде комнаты купе, где наверху свисает электрическая лампочка, и больше ничего нет. И вот это, ну там я не буду, какие преступления, молодой человек, девушка, молодочек предан своих товарищей на испытание. Девушка, убившая ребенка, и лесбиянка, убившая мужа подруги. И им выхода нет. Они навсегда в этой пустой комнате, вот, в сложных отношениях друг с другом, а выйти не могут. И мне кажется, это влияние Достоевского. Сартр читал. Но я думаю, что и с другой стороны, то, что Достоевский уже был как бы предан экзистенциалистом. Ну, то да. Есть идея Сартра «Ленфер цивилизосов», да. «Ада за другие», она у Достоевского была. Да, конечно. Я думаю тоже, что здесь эта связь несомненна, но и в Булгаковском романе «Мастер и Маргарита», очевидно, вот эти его мстительные, условно говоря, мотивы разработанности того, каким образом происходит наказание, его фантазии на эту тему, очевидно, тоже вполне возможно, то есть отталкиваются от мотивов, описанных у Достоевского. Другой стороны, Гамлет понимает пустоту как счастье и боится только, что видение посетят. Пустота может в каком-то контексте восприниматься как избавление от толчии и вот такой подсматривания того, что у тебя есть. Так что, но с другой стороны, конечно, пустота это и томительное состояние, если оно оказывается наказанием за результатом какого-то исключения из сообщества, к которому человек стремится. Вы еще имеете в виду, что пустота замкнутая. Это основное. Ну, что да, она да. Тоже в чистом поле. Да, не то, что в чистом поле. Вариант голема. Еще есть какие-то? Ну, я думаю, что у Достоевского, по-видимому, в больших вещах сны выделены как сон Ипполита, или это сон, или это видение, или тексты, как повесть о великом инквизиторе. То есть не существует
вот такого переплавления одного в другое, это уже все-таки черта 20 века, по-видимому, Платонова, что было до него сказать трудно, но я думаю, что в параллельной западной литературе было много похожего. Наиболее близкое из того, что было рано переведено на русский язык, это любимая книжка Хармса «Голем Мейринга». Там практически точно это происходит. Но я не знаю, есть ли какие-нибудь свидетельства, мог ли Платонов читать это. Книга была очень популярна. Очень популярна. Вы знаете, вообще тема сна очень популярна в 20-е годы в критике. И вообще все герои засыпают, просыпаются. Но у Платонова маркер сна и реальности в Челенгоре все отмечено. Это сон. Он проснулся, это приснилось Копенкину. Там у него разные модификации, другое отношение повествовательного плана и сна. Но там просто эпоха забита, сами знаете, 20-е годы, по 27-й год, вопросами от сон и реальность. И он листал это, конечно, листал. А вот точно это